До зоны замедлился, отпустил газ, до зоны, блядь. Я тоже как-то... Просто ты смотри, это в первой зоне. В первой зоне они сказали, ты можешь делать все, что хочешь. Это зона замедления. Да. Если во второй зоне ты уже что-то делаешь, это на рассмотрение. Че рассматривать? Ну просто вот что сейчас мариновать? По сути, его понесло, он газ отпустил, его на разворот потащил, и я тоже как-то потащил. Ребят, машины сейчас все равно быстро готовим, в любом случае там дальше ехать. Можно еще раз повтор первого заезда? В езде лидером Антон Козлов допустил существенную ошибку, но сделал это в зоне торможения. Георгий Девчан в зоне торможения решил рискнуть и напрыгнуть на Антона. И Георгий Девчан допустил разворот, получил ноль. Следовательно, Антон Козлов проходит дальше в финал.